Ну все, я написал пацанам, что чат офф. Понеслась у нас катка, ГЛХФМ. Да, мне кажется, пих вы должны брать. Должны брать эту каточку, ага, учитывая, настроем, блядь, учитывая, что знаю, там, я да. Думаю, сказка выиграл. Да, мне кажется, там пацаны просто кайфуют. Все, блядь, Тамаш говорит, мы что, играем? Тем временем там уже у нас экшен на тавре идет. Rolls-Royce, это у нас Рибек подъехал. Боже, сколько спектаторов у нас. Да, по 20. Да, они типа не играют еще, там чел АФК реально стоял. АФК стоял? Нахуй они бегали, блядь. Говорят, что нет, не рейди. Окей, ждем еще, пацанов. Почему не стримят повершотов? Что? Я стримил повершотов. Все игры стримы есть. Все на ютубе. Да там просто CS Unreal, поэтому он не стримил. Да. Чтобы профи пруфов не было, мувик сделать про нас. ХНС судейство, Тиос. Кстати, Тиос будет зарано смотреть, если что. Так что если я там что-то не увижу, говори. Окей. Что-то долго не думают. Не могу понять, в чем прикол. Пришли пацаны на капчик поиграть. Там спрашивают, или транс зверь на сотке. Транс, ну-ка, ответь. Ты зверь на сотке? Единственный зверь на сотке — это зверь. Ясно. Сейчас джимба зайдет. Бля, он реально сказал, сейчас джимба зайдет. Ладно, гоу, наконец-то все, понеслась, как? Понеслась жара. Ну что ж. Их вы против сансетов. Будем смотреть. Ну, твоя ставка на пихва заглядачей, да? Алло, урод. Ты на пихву ставишь, да? Да, я буду смотреть за раном, за всеми. Я могу и за дэмэджем, и за раном одновременно смотреть. Мне, в принципе, не так сложно это сделать. Там только микромоменты какие-то могу не увидеть, естественно. Но, в принципе, я думаю, все могу увижу. Минус уже брокколи у нас. Выкап на мосту, нубу на... На гардене нуба. Ну пока норм. Но... Умирает. Не дотащил, да. И выкап последний уже на КТ респе, на редруф он идет здесь. Вот время выигрывает. Выигрывает время. Чатик на стриме врубить. Сейчас, пацаны, секу, я что-то провтыкал за чатик. Выкап на редруфе, дамажит. Умирает. Слишком быстро они умирают, тебе не кажется? Уже умер, да? Да, они протянули меньше 50 секунд. Нифига себе, это да, это быстро. Все работает, пацаны. Еще разок я перезагружу все плагины, ладно. 50 секунд, ну это слишком быстро как-то, блядь, что-то очень. Вейкап вообще в стенку уперся, что-то АФК стоит. Что? Не знаю, что он там стоял, ну да ладно. Давайте про команду пробежится. За Sunset Malu, это походу бампин, да, играет. Идол, это... Я смотрю за МКД Лолом сразу. За раном. Я за Malu смотрю. Он тут пока на Блюруфе. Вернее, на Гардене. Ну, задамажил, отпустил. Он, кстати, на удивление триксит.
Да неужели? Я вообще в шоке. Он пытается что-то делать даже. Тут пока на маркете малу бы хопит. Он пытался, он два раза хеджамп сделал по-хорошему. Ты серьезно? Ну да, а второй раз его убили на хеджампе. Настя, я пропускаю все моменты. Ну да ладно, последний мидл у нас остался. Тут на гарда не фанится, но... Но его по нему не попадают, он сейвит время. Да. Оп, ну по-моему он фейлит, его сейчас умрет. А нет. Выживает, пока что живет. Ой-ой-ой, это плохо было. Да, умрет. О, одного развел. Второй не попадает по нему, но... Чё по ножам, пацаны? Он не знает, что можно мазать. Походу не знал. Но он просто, я не знаю, почему он пытался там разводить 10 тысяч раз. Но в любом случае выиграли они больше времени, чем... Да, причем, ну, прилично так. На 30 с хером секунд где-то. Да, это нормально. 35, учитывая 30. То, что за КТ начинали, это уже хорошо, уже отыгрывает. Да, да. Так я, наверное, зануб аспекта. Он делает дэмэдж и фейлит. Посмотрим тоже занубом. Ну, он очень люто профейлил. Ой-ой-ой, опять фейлит. Умирает просто на гардене. На маркете. Боже, что-то я путаю места. Вейкап что-то... Вейкап вообще непонятно сделал. И брокли. Минута 53, все умерли, а? Пока что непредсказуемо вообще. Я думал, что... Да, ты понимаешь, что они за два раунда потащили столько же, сколько Sunset за один. Да. И уже у Sunset преимущество в раунд. Причем такое, знаешь, приличное. Sunset это, а? Нормально все мутит. Так, я буду за... Посмотри за МКД Волон, ты удивишься. Да ладно. Но я не знаю, если он сейчас будет триксить опять, конечно, может это какое-то помутнение было. Так, я понял, уже загагали, только как хотел сдать. Ну смотрим, смотрим за ним, пока... Пока триксов что нет. Он умирает, походу, сейчас. Ну нет. Или да. Да, умирает. Но они в любом случае уже больше потащили даже. Да, смотрим уже за идолом мы здесь тоже. Вот тут два ребята. Ой-ой-ой. Ой. Идол хорошо развел. Ты опять пропустил хорошо. Но идол тоже неплохо тут развел на гардене. Очень неплохо. Ему очень везет на самом деле. Я не понимаю, как он убивает. Идол нормально пока мансит. Через маленький бы хопчик такой. Но он очень, очень близко подпускает. Мне кажется, да, мне кажется, сейчас умрет. Нет, пока нет. Не умирает. Да, КТ заблочил на лесенке, но... Нет, ну это не блок. Это игровой момент был, да, это чисто сам не виноват, его. Он мог и вырулить, тем более. Бедолага. Так, посмотрю, я... Зануба. Гляну тоже занобу. Давай буду смотреть, наверное, вместе с тобой, потому что, чтобы комментировать было проще. Я свернул. Ясно. Ну я пока занобу смотрю. Ну ладно, надо посмотреть, наверное. Я буду за другим лучше смотреть. Да, занобом уже просто нечего смотреть. Тут пацана рубят вейкапа под бирсайном. Я так и не понял насчет дэмэджа, потому что он вроде вдамажил, но он не попал. И я не понял, пытался он порезать или нет. Нуба тут дико дамажит у нас на гардене. Да, он живет. Ух, как попали в него, лол. Еще дамажит хп, не рассчитывая. Да. Рэрэ последний у нас остается брокер, вот пытаются они уже как-то по времени тащить. Я, кстати, вот реально не понял этого супер правила дебильного на капе. Я понимаю, когда нельзя на рэрэ прыгать за Т, но либо вообще запрещают редруф тогда окей. Но почему за КТ нельзя на редруф прыгать? Вот я никогда этого не пойму, мне кажется. Умирает и брокер здесь. Фантом, ты же правило писал. Объясни мне, почему нельзя на редруф прыгать за КТ? За КТ я не знаю, я не говорил про КТ. Просто запрещен на редруф. А, то есть за КТ можно на редруф прыгать? Не, просто джамп террористов на РРЭ запрещен. А за КТ можно? Да нет. Так можно или нет? Нет, нет. Почему? А почему нет? Ну почему им, блядь, а почему террориста тогда нельзя прыгать? Ну я вообще подумал, что это подразумевается, что редруф запрещен изначально, а потом я видел, что все играют на редруфе. Да не знаю, но редруф запрещать это такое, типа.
Но, а в чем прикол? Ну, то есть ты можешь... Чего просто тянет время, сидя на редруфе 15 секунд? Ну, он намного больше может потянуть времени, если он, типа, запрыгнет через 250 блок туда, правильно? Нет, ну я имею в виду, что если КТ его отпрыгнет, то он должен будет трексить. Если я не ошибаюсь, мы вроде с тобой даже сидели, типа, я тебе говорил, там, про редруф запрыгнуть, ты говоришь, да нет, это, типа, вообще бред будет. Я помню, ну, мы с тобой сидели да, еще с кем-то. Да, я понимаю, но просто тогда правило вот это нелогичным становится. Ну реально, я просто не понимаю, почему за КТ нельзя прыгать. Я понимаю, за Т окей, чтобы времени не тянули, прыгали на редруф, стариспа постоянно. И челик, если фейлит, ты просто плюс 20 секунд выигрываешь сразу. Ну так, за КТ это вообще огромное преимущество будет. Прыгнул там, блин, не знаю, посидел на РР и за бокса. Я не уверен, но нубов дамажил. Я пропускаю все моменты за то, что ты меня отвлекаешь, братуха. Давай как-то, не знаю, посмотрим на катку. Так, пошла машня там у нас в чатике, сказка вместе с остальными начинает. Прикинь этот малу, блядь, думал, что типа у них, почему у них времени больше, если они время тянут. Больше. Тем временем там нубы уже под КТ респут слишком сильно как-то на аллее прыгает. Ну тут пока рано не особо. Ну вроде да, вроде не трексует. Ух, как достал идол его, лол. Ну это был аэркил, то есть тут дэмэдж уже был потом дэмэдж? Был. Или не, нет, дэмэдж был нет. Уже потом, то есть он сделал аэркил и потом убил. Опа, а вот и подъехал. Первый килл от КТ, первая смерть. Брокколи здесь на блюруфе. Ой, было очень опасно. Выжил на соплях почти тот брокколи. Там еще за ним еще один друг его. То есть они вдвоем хантят, да, или нет? Они хантят один за одним, то есть один на один сейчас катка идет. Понял. Пока я за брокколи смотрю, что он тут смотрит на гардене. Я тоже смотрю, на самом деле. Они в одно место пришли. Они в одно место просто приходят, ну, не развели, знаю. Развели. Ой, там через голову и капчик прыгает уже. А ты как это увидел вообще? Ты же не заметил. А я переключился от камеры большой. О, умирает. Заблочили его или нет, я не в курсе. Но брокколи остается один и очень много времени выигрывает. Очень много. Ох. Хороший прыжок от брокколи. Хорошо. Ну и на блюруфе остается, пока он один. Да, потянул времени уже очень. Очень сильно времени потянул брокколи. Еще и дальше тянет, но брокколи умирает. Но в итоге до 37 секунд протащил брокколи, и таймер он сравнивает. Потихоньку, но уверенно сравнивает. Потому что у Сансета реально было преимущество очень большое. Посмотри за этим челиком, они Малу. Они опять срутся, я тебя даже не слышу, Фантом. Я понял. Они орут одновременно вдвоем микрофон друг на друга. Короче, знаете, нужно будет правило поставить. Voice chat юзать запрещено. Если кто-то юзает voice chat, мы просто будем банить, наверное. Ну, типа, надо так, потому что это бред какой-то, да? Да нет, но почему они же друг с другом пиздят? Там все равно толк 0 стоит. Ну тогда да, тогда забей, тогда пусть там что хотят. Просто то я сделать. Всех-то слышу в спеках. Я понял, в спеках ты слышишь. Тем временем Малу у нас на Blue Roof, это тут, наверное, будет спрыгивать. Вот, такие маленькие движения размансовал, лол. Но он не повезло. Плохо на лестнику поднялся. Он... Да, зафейлил. Там уже через голову перепрыгивает. Идол вообще нормально разводил. Идол, да, там я как раз переключился на него. Ох, он умирает, похоже. Или нет, о, нет. Нормально. Как его порезали, я вообще даже не понял. Нет, я не понял, как его не порезали. Он бекал, лоу. Он делал, не понял. Он просто постоял АФК, к нему подошел чел, его убил. Что? Алло, зачем ты ему дал voice chat гак? Они же общаются в микро, у них нет спика. Voice chat все равно не работает гак. Работает гак только на чатик. Тем временем wake up у нас ловит уже на гардене. Нуба на берсайне поднимается. Брокколи на блюруфе, тут опять один на один, он скорее будет мансить. Вот пока нуба что-то вообще ничего не предпринимает интересного.
Да и брокколи не особо делает. Ну да, они как-то стали ранрить много. Как-то подранрить, они понимают, что время нужно выигрывать и... Вот это я не понимаю. Это было плохо. Бля, этот Маута так флэмит, блядь, нуба из-за того, что она дамажит. Смотри за кинскиллом, Фантом, это тот, который Фимич рэп пел. Рэп Фимич, понял? Который Фома или как там его? Но МДК дико лагает. Типа я смотрю за ним, у него пинг 800 стотка. Чё за бред, я не пойму. Что делает МДК? Пока вообще ничего не делает, как вы можете видеть. Я не понимаю, что это. Это какой-то ран помады, мне кажется, от МДК пока что. Ну сейчас посмотрим еще немного времени. Если он, да, если ничего не будет делать. Тут такой дефолтный. Я не понимаю, как он его развел, как вообще можно... Как на такое повестись, я вот это тоже не понимаю. Малый вдамажил на 96 хп тем временем. Ну, за террориста, да. Он прыгнул с топ-дога на маркет. Помнишь, я тебе супер дэмэдж показывал? А, да-да-да, помню. Мы показали этот дэмэдж мой. Он сделал хэджамп и развел. Ух, как он развел, чувак, ты самое интересное пропустил. За кем ты смотришь, говори, запей. За малым, он очень найс развел. Он сделал хэджамп и потом между двух КТ пробежал. Я просто смотрю за МДК, которому давно-давно нужно было дать слей, походу. Ну, типа, я дам ему слей, это бред. Это просто бредятина какая-то, он ничего не делал. Ладно, посмотрим за Лас Идлом, который у нас остался уже тут, вернее, на Гардене. Развел неплохо, но, походу, нравится. Непонятно, как он ножом достал. Флэм на мамку подъехал. Я пока свойств enable, наверное, до конца игры, так что тут без разницы, на кого там флеймят. Кому-то S3 нужен. Да у нас есть TeamSpeak, братан, все нормально. Говори, за кем ты смотришь, чтобы я не просрал моменты, а то мне так везет на эти моменты. Я не знаю, но я включу Брокколи, за ним никто не бегает. Я, наверное, на нуба включу. Я на нуба тоже включил, за ним бегаю вот здесь. Я просто переключаю. Вейкап у нас тут на Гардене. Должен мансить. Но нуба дамажит опять. Брокколи вообще на КТ-респе фанится. Нуба опять дамажит. И умирает. Остался последний брокколи. В районе Пабдога. Ох, Олд. Я не понимаю, как он не умер. Должны были резать брокколи, но не порезали. Ну и просто пока убегает, он тут ничего не предпринимает интересного. Ну, неплохо, неплохо было. Если бы еще ушел, конечно. Лол? Да ладно. Я уже было поверил, что брокколи уйдет. Ну да, было неплохо. Да зачем за это как давать? Что у нас по таймерам? 8.33 против 8.57. На самом деле рано команда идут. Очень даже таки рано. О. Как брокколи прочитал только что МДК. БХ. Изи убил. Пишет все, ой, вейкап, какой дэмэдж хороший сделал. Ну не дэмэдж в смысле, а ДД. Идол живет у нас не очень долго. Малу последний у нас остается уже на Гардене. 2 минуты. Очень быстро команда Sunset умерла в этом раунде. Брокколи свои. Брокколи свои. Брокколи, брокколи. Вот он. Пицца. Хай-хай, с вами профи Ебалай. Ну, бафейлер, да. Вейкап тоже зафейлил.
Аюхай, с вами профи Ебалай. Привет, профи. Спасибо за Что, 5 про... хибасов. Профи донатит. Ну, скорее всего, это фейк, но да ладно. А чё брокколи сделал? Что ты слей дали? И, типа, я слей дал? Дамажил на Гардене, но не попал ножом просто. А, понял. Но он хотел порезать. Понял, понял. Надо, мне кажется, Зоишу судить и Сансе тоже. Мне кажется, нужно жестче давать больше слоев за ран, потому что что-то какой-то бред Брокколи происходит. Опять. Идол опять просто бежит. Нет. Они любят бегать, вот я что-то не понимаю. Ну, давайте, там его брокколи сзади вдамажил на ДД, ему у него вариантов не было. Развел. У них хороший шанс. Очень хороший. ВК умер. Сенсеты могут вперед оторвать. Ну, идол вообще ничего не делает. Он типа бежит вперед один на один. Я хз. Да, мне кажется, надо слей. Мне кажется, я уже даю ему слей, потому что это чуть-чуть бредово. Вообще ничего не делает, пацан. На маркете остается последний Малу. Вернее, не последний. Нет, вместе с МДК, да? Вот тут один против один. Борьба идет нормально пока Малу. Интересно. О, как он фейлит? Чем ДК на РР у нас стоит. Он очень сильно время тянет, он прям на самом конце Рудруфа сидит. Ну да. Ну подходит, подходит тут уже МКТшнику. Что будет делать Патрик сам? Ясно. В принципе, немного. Что-то он... Там они очень сильно фоймят на него в чате. Из-за того, что он так сделал. Он столько тянул времени, сидел на Рудруфе и умер почти сразу же. Ну да, это очень быстро было. Буквально 3 секунды. Малу это, как я понял, бампин пампин, если я не ошибаюсь. Это Лорд Волдеморт, но он играл на рейсе, если да. Кто-то знает. Одну минуту попросили. Нет, короче, чел, который написал в этом в чате на Твиче. Там чел-то просто тоже вдамажил. Там бампин вдамажил и он вдамажил. Поэтому ему свои не дали. Виталис, мэн. На МТК у нас АФК стоит пока что. Ничего не происходит. Чё-то Малу у нас уставился, так непонятно. Да ладно. Тем временем я только что обратил внимание на никнейм Сватера. Какая-то лютая хуйня у него написана. Найс. За $1 продает тебе, если чем. Ну что же, расставание в одну минуту, несмотря даже на то, что их возоглядачи начинали первые у нас за террористов, это им нужно задуматься о исходе матча. Нужно им побольше как-то тащить, как по мне. Мне кажется, самое время пойти взять Актимельку. Актимельку? Ну не Актимельку, а Иммунелю, блин. Ну короче, пиздатая тема вообще. Я смотрю, спасибо за пихва за глядачи, просто по разным сторонам мапам разбежались. Ну, у нас вообще лайк или нет? Не играют, если что. Я понял, я понял. Что у нас пацаны из Сансета? А, один парень завис вообще просто. МДК, скорее всего, мне кажется. У него одна минута, найс. Ну же он уже Почему? Вылетел, пацаны. Найс. Залагал, блядь. На серваке одна минута прошла, вы проиграли игру. Да, я... Да, Нимпа, я знаю, что это Фима. У него отличное имя. Просто супер. Я бы пошутил, но не буду на стриме. Наверное, не вот так будет. Фир заходит, что? Еще Ой, один супер триксер. Я даже не знаю, кто из этих челов лучше. Мне кажется, никто. Скорее всего, замена пацанов. В
В принципе, я вообще ничего не понимаю, что происходит сейчас. Он спрашивает, как сказать по-английски подпишись. Найс. Слышь, этот ним поспрашивает, говорит, посмотрим. Мистер Макса, блядь. Мистер Макса, да мы вчера, короче, за сколько? В 4 Бля, мы утра? вчера в 5 утра сидели, смотрели, бля, орали вообще от смеха. Мы, короче, реально где-то в 5 утра, блядь, смотрели мистера Макса, Лентяева, с Лунтика я самый большой, я чуть бы там не сдох Бля, от я этого с Лунтика. Лунтика вообще подох. Блядь, нет, там еще Мистер Макс какая-то часть пиздатая была, по-моему, Бля, вторая про или клей, третья. про клей, помнишь? Это Блядь. пятая была, бля, про клей. Я второй раз уже пересматривал и ржал. В 5 утра просто видосы смотрели, я там... Я реально чуть бы не сдох. О, ладно, продолжаем мы катку. Бихва для тачам нужно тащить. И нужно это делать уверенно. Тут вейкап у нас на блюруфе. Походу сейчас умрет. А это Нет. игра уже? Да, уже игра пошла. Лезет он на РР тут. Я думал, они не играют. Очень близок он к смерти. Вейкап нормально пока тут крутится. Неплохо, неплохо. Даже очень неплохо. Пока вейкап делает, лоу. Это Хороший не раунд. лайв пишет. Чувак, это не игра, это не игра. Это не лайв, вы что смеетесь? Да, Тут не вейкап жалей, не тащил, жалей, не так? жалей. Я тебе отвечаю, вейкап уже вообще. Я и так за нее смотрю, но это не игра была. Стояла пауза. А что со временем? Найс, админы. Горилла плагинс. Ну типа не надо трогать плагины, зачем? Посмотрю я по таймингу, сколько было у пацанов, потому что это 8 минут бредят. было, 8:02 было. Сейчас я в чат скопирую. Зачем они это делают? Я не понимаю, чувак. Я говорил, дайте админку, я нормально отсажу и вообще всем нахуй могу подписку. Сорян, нет. Надо, блядь, 20 человек позвать на сервак, чтобы какой-нибудь уебан сделал рестарт. И ты потом не спалишь, кто это сделал. Ну теперь придется ноу-килл делать, потому что раунд проходит. Вы чё, блядь, ждете? Ты серьезно собираешься это делать? А что делать, типа? Ну Да скажи давай мне. мы просто вычтем. Что? И ты потом... Как ты вообще поймешь, как они выиграли или нет? Объясни мне. Ну смотри, сейчас ты, блядь, застопишь, и будет сколько останется. Посчитаем ровно, блядь, и все, и потом посчитаем. Чего? Мы можем просто вычесть. Вон 0802 есть. Отличный турнир, блядь. Супер. Ну скажи спасибо админам, я не знаю, что сказать. Смысл по 50 человек трогает один плагин, я не знаю. А, кайф. Сейчас подойдет время уже до конца, и я даду слей всем оставшимся за сансет. И они типа начнут. Так, Мы сейчас пошла минус жрать считаете, тоже. все равно ты все равно профейлишь какие-то миллисекунды, это будет минус, Минус наоборот. миллисекунды одна там какая-то, да? Да без разницы, она может сыграть роль. Это лучше бы мы, блядь, вычитали бы. Братан, успокойся, все будет нормально. Блядь, ну что это? Они, блядь, дают гаги челам за то, что они пишут в чат, а сами, блядь, троллят их. Одновременно, охуенно.
Ты когда играешь, ты не можешь нихуя в чат писать, а тело тебе пишет всякую хуйню. Супер. Ну, полсекунды пацанам подарил. Полсекунды подарил, вообще секунды. Жесть. Бля, прикинь, они из этой секунды выиграют, чувак. Если это так будет, отвечаю, я не знаю. Переиграем матч просто весь, это будет бред. Ну типа уже бред из-за того, посмотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек. Девять человек, зачем? Они не судят, типа. Никто не самое судит, обидное, вообще. Что слеев вообще никаких нет. Рана куча, всякого дерьма куча, ноль просто реакции, ноль. Там пацаны просто бегали там с КТ респы на поп-дог. Ты как обычно смотришь не за теми. Зачем он 3 КТ бегает, посмотрю, зачем он разрушит, да? Ну, как обычно, типа, я пытаюсь что-то объяснить, и как обычно, все дерьмо случается, ладно, забей. Он в предыдущем раунде, когда я думал, что уже лайв, он тащил нормально, но... Этого не произошло. Смотрю, я зануба тут на блюруфе. Как же он фейлит? Как же он фейлит? И брокколи, походу, тоже сейчас умрет. Да. Немного они протащили. Ну что ж, проставание 8 секунд. Идол нас умирает. Малу на маркете. Что? Ну, кто ему дал стаб? Стаб дал ему брокколи. Че, говоришь, что спалился на стриме и писал, что их соперники играли с нами ботами. Чего? Он говорит, что ты спалился на стриме и ты писал, что там чего с нами ботом играет. Когда я такое писал? Я не понял вообще. Я вообще ничего не понял. Фир у нас остается последний. На гардене он здесь. Его вообще никто не отсекает. Чё за бред? Чё по отсеканию? Это что такое было? Я вообще не понял. Ну да ладно. Пока что довольно рано игра у нас идет, там буквально 5-10 секунд расставания постоянно, но вот этот раунд может стать ключевым, если быстро убьют ребята из пифозаглядачей. Нуба здесь у нас на гардене. Ой-ой-ой, как его не режут-то вообще. Просто никто не порезал. Выходит он здесь на ВР спокойненько. Еще бы хоп фейлит парень, да ладно. А чё по оттеканию? Ага, по оттеканию ничего. О, это было зря. Это было очень зря. ВК тем временем, что он делает? Пацан начинает прятаться где-то. Непонятно где. ВК, мне кажется, скоро к своей подъедет. Мне кажется, он скоро нет. Он просто сдохнет. Он удачно развернулся. Его, скорее всего, никто не отсекает, потому что инфа прошла. Не, все-таки будет отсекание. Ой-ой-ой, еще и баг сделал вроде. Ну что ж, wake up. На Берсане хороший бэхопчик. Там мидл вообще его не фоловит. Просто стоял ФК КТ. Что это было? Воу, what the fuck? Ну если сейчас он трикс не сделает ни какой-то, тогда свой. Да. Ну пока ждет, пацанов. Ну тут-то, тут его уже убивает. Let's move out.
Тиус, братуха, можно сдавать voice enable 0, если чё. Ну, эта игра просто дикая машина какая-то, как обычно на руфтупсе у нас фан подъезжает. Гляну я за фиром пока, этот чувак из Тендына, который зашел к нам на блюруфе, что он тут будет делать. Пока вообще ничего, от этого отсекает очень хорошо. И... Лоу, как его достают-то, а? Ида у нас на раре остается, один малу у нас под мостом. Ну бы задамажил, отпустил, все правильно. Идол тем временем уже сдох. Ну и малу последний у нас на попдоге. Тоже он вообще никаких движений интересных не предпринимает. Просто бегает вперед. Идет он на табор. Ну вообще никаких триксов нет. То есть ноль ничего не показывает пока что. Не знаю. Но тут его в принципе отсекает втроем. Можно понять его. Ой-ой, тут можно было размонтить как-то. Но нет, мало у нас умирает. 4.20 против 5.37. Сейчас после этого раунда посмотрим, какое реальное расставание у ребят. Что-то ты замолчал, Транс, что случилось? Да я просто слушаю, что этот пиздил орёт в микро, он там нас ватера флеймит. Брокли у нас тут очень сильно дамажит на Гардене. Да, не повезло ему. Вейкап последний остается очень мало времени, ребята, выиграли минуты 52, да, и умирает. Умирает, умирает, еще раз умирает. 4.59 против 4.20. Ребята, да. Сансет пока ведет. Я на самом деле согласен. Надо просто им чат замутить было уже давно и все. Они сами реально ранрят, они ничего не делают. Особенно челик, который у них первая игра, он кидал. Он-то, блядь, вообще сидел на редруфе каждый раунд. Не, я не говорю банить, что надо. Я говорю, что надо voice чат замутить им было просто изначально. Да, дикая машня. Первая капка вообще идеально была. Мы могли им замутить voice чат замутить, когда они начали флеймить там на сватера еще на кого-то. И потом просто сказать им, чтобы они в TeamSpeak шли поставить паузу. Я бы им даже TeamSpeak IP бы дал. Я помню, есть какая-то команда, которая вообще мутит всем voice чат, если я не ошибаюсь. Там voice enable или что-то такое, я уже не voice enable, а... Ну, короче, запрещает вообще юзать микрофон. На следующую игру так и будем делать. Брокколи свой. Свой, дайте брокколи, он дамажил с лесенки и даже бухов делал. .322 против 4.59. Вдвоем остаются ребята, и все меньше и меньше у них времени, чтобы выиграть эту игру. Вернее, все меньше шансов, так бы сказать. Вейкап уже 35, он здесь под... Это вот сильно задамажил, да, но отпустил один КТ, но второй... А почти, второй почти порезал. Кто его резал, кто его резал? Не тот, кто дамажил, нет, не тот, не тот. Дамажил Лидл. Фир тоже дамажил один ХП, на экстрам своему. Все равно один ХП тоже да, дамажил. Да, окей, окей, базара ноль. Он порезал его или нет? Ну он пытался, но не порезал. Ну тогда хз. Ну бы у нас на маркете пока тут. Ай-яй, как же он фейлит. Каким-то образом выживает, но нет. Я думал, сейчас на бэхопчике он уйдет. Но не смог. 4.04 против 3.22. Выигрывает, ребята, 30, почти там 8. Ну, короче, почти 40 секунд выигрывает. Команда Sunset. И, судя по таймерам, если они сейчас... Ты будешь фиру свои давать? Брокколи за такое давали свои, а ему нет. Где логика вообще? Окей, даем слей фиру. Где он? Где он? Где он? Все, слей фир подъехал.
Малу у нас под РР. Вернее, под ВР, извиняюсь, что-то я слишком часто путаю позиции. Вот за ним двое просто бегут, он понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Прыгает под мост. Еще дамажит, это было очень плохо. Тем временем мидл у нас уже умирает в это время. Малу остается последним. За ним идет погоня, причем очень сильная. Смотри, как его отсекает. Снизу все ребята просто цепочкой за ним бегут. Малу не рассчитал чуть по времени, да, его... Его рубят. Рубят. Четыре минуты против 2:30. Брокколи просто вон там уходит, если я не ошибаюсь, это брокколи, моделька его. Чувак тупо один уходит. Ну это, блин, это какой-то бред вообще, чего они мутят? Понимаю, там за ним никто не хантит, все дела, но... Но Рофтупс нужны какие-то правила, типа, куда можно ходить в начале раунда, куда нет. Или, я не знаю, что-то такое придумать. А то это вообще бредово. С такими вот мумами очень много времени выигрывают ребята. Минута 35. Брокли у нас вообще на... Пока что он ничего не делает. На, да, ну за ним там втроем пацаны что-то хантят. Ой-ой-ой. Попытался сделать. Да, еще и зафейлил. Что? Как его не порезали? Я вообще не понял. На 0 хп вдамажил Малу. Сильные фейлы у Брокколи. Как он живет вообще, не могу понять. Он выживает, выживает. Достаточно, чтобы засейвить себе еще почти одну минуту. Чем меньше и меньше расставания, но очень близко команды идут. Сейчас вот реально на фейлах может попасться одна и вторая команда. Че ты притих, Транс? Че там такое у тебя? Да я дал, напишу в чат. Я понял, найс. Да тут комментить нечего, они ничего не делают. Чувак, они одни ранаряд, другие ранаряд. Вторые на редруфе сидят. Вообще унылая игра по сравнению с предыдущей. Вот вам и Рофтупс. Типа идол просто стоит, сидит на рере. Они понимают, типа, о, пацаны, close game идет, давайте, короче, пофанимся. Один спускается, идет на КТ-респу, идет на рере. Все. Он там сидит и по-любому выигрывает время. Вторые два там где-то, один на вереван сидит, а где третий у нас? А, третий у нас на гардене. И типа смысл так играть вообще, я не могу они понять. Они ничего не делают, но тут, блять, я бы реально каждому выдавал свои, но это пиздец. Они вообще просто бегают, никто нихуя не делает. Я одному уже дал. Сейчас посмотрим, что это будет делать. Бля, он тебя так фоймит там в микро, блядь, что ты слышал? Мне кажется, можно дисквалифицировать, если там... А чё там, по фану вообще? Ладно, да сейчас. Ебать, они ору там на тебя, блядь. What the hell you doing? Stay, блядь, white roof. Я врублю войс, просто порофлить. Да, жди. О, нормально. Играем чётко. Ну чё, блядь, не понятно. Его сейчас порежут, блядь. Да не порежут, я думаю. Врубил я войс, врубил войс. Он уже умрет. Ну бывает, да, бывает, все четко, пойдет. Но все. Что-то флейм подъехал жесткий, ладно, посидим мы с чатом. Сейчас еще более-менее нормально, а вот до этого вообще пиздец там. Надо было врубить, когда я стрелял. Если мы вытащим. Бля, какие ебаные, это пиздец. Сейчас. Нам потом 50 сек нужно взять, так что сейчас нужно затащить раунд 100%. 100%. Полностью ебать, ну это никак, ты понимаешь? Этот раунд нужно нам, блядь, убить их всех, блядь, 100%. Я уже готов нубу давать слей. Вот прям вот жду. Вот что он сейчас сделает, мне интересно, если он сейчас... CTO. Наной, сотри, наной, чтобы... Бля, не хочешь слей дать? Я уже дал слей нубам. Най. Смотрим на вейкапа, скорее всего, сейчас еще я один слой подъедет. Блять. Пытаюсь. Где? Ох. Ага. Хорошо, Вайк как развел.
где еще один? Почти, почти, я уже там слеймер давал. Или был? Где он? Брокколи, нормально, нормально, успевает пока. Еще раз хорошо делает. Нет, он весь раунд хорошо, кстати, играет. Не на того смотрел. Не посмотрел, да. Как догоняет его Фир. И, возможно, GG. У меня что-то аж лагать начало, блядь. 50 секунд. Для нас это лаг. 50 секунд, дядя. 50 секунд нужно тащить. 50 секунд, дядя. 50 секунд. Фир, давай смотреть за разными. Смотри за Фиром, я буду смотреть за Мову тогда. And we win this. Мне интересно, или кто-то пойдет на РР. Не, никто не пошел. Ну, на таваре уже сидят пацаны. Бой на Вэре. Посмотрю я за Фиром. Ну, я уже готов давать слои. Но ты не жди, тут типа 50 секунд всего лишь осталось. Тут если есть ран, сразу можешь свои давать. ДМГ! Ну, мне кажется, Фир сейчас ответит. Да, Фир уже сам умер, я уже хотел ему слей давать. Стоит последний малу. Тащи, дядя, 50 секунд. По-моему, ран, нет? 3 секунды. Ну, 3 секунды остается. Е, мазафака, как он не попал? Мы выиграли? Да, походу. О, чё. 8 был 0.